Хочу я обратиться к женской половине, точнее к тем, кто любит покурить. Простите, милые, но не могу поверить, неужто хочется вам так себя губить? Вы так очаровательны, красивы, благоухаете, цветете на глазах, но дым, что источают ваши губы, не может не внушать мужчине страх. Природа наделила вас прекрасным даром являть на свет плоды любви. И этих крошечных созданий в нашем мире мы все привыкли называть детьми. Ведь каждая из вас, уверен, станет мамой. И каждая в ответе за своих детей. Кому-то быть здоровым и счастливым, кому-то мучиться остаток своих дней. Зажмурьтесь, когда возьмете в руки сигарету. Представьте сына с дочкой на руках. Попробуйте взглянуть в родные глазки, увидеть милую улыбку на губах. Открыв глаза, на руки посмотрите и попытайтесь выузреть смертельный яд. Когда в роддоме вы однажды очутитесь, не удивляйтесь вы при виде мрачных и пустых палат.